Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Сри Чайтанна Прахум Банде Нитананда Саходитам Сри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Жану Самаюктам Бинда Банам Манухарам Банша Калпатару Ваша Кипасинда Бхавача Патитанам Павуне Бхавишна Бибхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вача Ланг Пангум Ланг Хетигрин Яд Кипатам Аханг Банди Парамананда Мадхава Бриндава Тулсидеббе Пиявай Кесава Сача Шина Бхакти Праде Деви Сатва Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскитта Нарунчайва Наруттама Девинг Сарасватинг Вясам Тато Жайо Мудира Санкиртане Кришна Катхопадеши Гаурия Патрасу Пракаса Нича Тадануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Бхагавана Дхейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Притхас Падам Сибавиринчанутам Сараньям Витаттихам Панатапал Бхавадибутам Банде Махапурусате Чарунаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисфуриджита Кимапикабодушва Дарши Пурмам Нагар Сусагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Каруш Сри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама Харе Харе Аджану Ламмита Бхужау Канука Бодату Шанкиртанай Капитару Камула Ятакшу Вишамбару Дижабару Джагадхар Бапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диппарупам Бхуктинча Муктинча Тадасиниттам Бхаванурупенна Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибхушихи Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Санатам Багиша Джоша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасастрида Самби Вам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама.
Рама Рама Харе. Ахам аппитату карана нишнишана нана манурата дхия кшану бхагну нидра дайва ахатартаратна рисайо пидева джишмат прасанга вимукха иха саңсаранти джишмат прасанга вимукха иха саңсаранти Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что Бхагаван устраивает так, чтобы люди в материальном мире сталкивались с проблемами и страданиями. Для того, чтобы мы с вами поняли, что мы не должны страдать. Что Прабхупада сказал, что Бхагаван устраивает проблемы, трудности, страдания лишь для того, чтобы мы поняли, нужно ли нам страдать, зачем мы страдаем, ради чего. Он создает эти страдания не напрямую. Indirectly arrange this kind of suffering. Indirectly mean through Maya Devi. То есть не сам лично Бхагаван создает эти проблемы, он прибегает к помощи Майи. Он слишком занят для того, чтобы заниматься подобным. Он занят играми с Браджаваси. Он постоянно в игривом настроении наслаждается играми с Браджаваси. Итак, обусловленная душа никогда не сможет вступить напрямую в контакт с Бхагаваном. И более того, даже ее молитвы не могут достичь Бхагавана. Именно поэтому мы обращаемся к Гуру и Вайшнавам. Мы припадаем к их лотосным стопам и молим, пожалуйста, спасите нас. И по их беспричинной милости они принимают нас таких, какими мы являемся, насколько бы падшими мы ни были. И они, вайшнавы, молятся за нас, и тогда Бхагаван помогает нам. Страдания этого материального мира созданы Майей Деви. А в точности Бхагаваном, но при помощи Майей Деви. Тем самым Господь хочет сказать нам, зачем вы здесь страдаете, зачем вы здесь, я зову вас, пойдемте ко мне, но вы не идете. Бхагаван говорит в Гите. Обусловленные души настолько глупы, что постоянно погружены в наслаждение, в стремление к наслаждениям. Они, может, и совершают какую-то благочестивую деятельность. Но за этим стоят корыстные мотивы. Они думают, если сейчас я буду совершать благие дела, в будущем я получу возможность наслаждаться. The other group, they are busy with sinful activities.
Другие люди продолжают грешить. Но в отношении этого Бхагаван говорит в Гите, мне совершенно не интересна ни благочестивая деятельность, ни материальная. Мне нет до нее никакого дела. Ведь вы не отвечаете, не отзываетесь на мой зов, не внимаете моему зову. Я призываю к вам. При помощи различных писаний я прошу вас, зову вас, но вы не даете, не обращайте внимания на мои призывы. В Гите Бхагаван говорит, о себе, Бригу Васту, Бхагаван совершенно не заинтересован ни в благочестивой, ни в греховной деятельности. Обусловленные души совершают ту или иную деятельность и сами вынуждены пожинать ее плоды. Not going to accept your the result of your sinful activities. Either Bhagavan, neither Bhagavan going to use, nor Bhagavan going to accept your the result. Другими словами, Бхагаван не принимает ни благочестивой деятельности, ни греховной. Every action has its equal and opposite reaction. Каждое действие несет за собой равные по силе реакция. Итак, джива просто пожинает плоды своей кармы. В шастрах сказано, каждый джива вынужден принять плоды своей кармы. Никто не может избежать этого. Ни наша мать, ни наш отец, ни наш муж не способны избежать плодов последствий своей деятельности. Каждый вынужден столкнуться с ними. Авашьямева бхактивья, крито кармам, шубха шубхам. Авашьямева бхактивья, авашьямева бхактивья, крито кармам, шубха шубхам. Or good or bad any activities, good or bad any activities any jiva is doing, he will have to or she will have to take charge. Nobody can. Bhagavan, no. I cannot take. Why should I take? I never told you. Бхагаван говорит, я никогда не говорил вам делать то или иное, совершать то или иное действие. Я лишь говорил, придите ко мне, поклоняйтесь мне, но вы не слушаете меня и делаете то, что вам вздумается. People are so foolish, especially those who are having full faith in karma kanda. Люди глупы, в особенности те, кто обладает верой в карма канду. Full faith in karma kanda. They are less interested about paramartha. Им совершенно не интересно парамартха. They are less interested about paramartha, bhajan, oh, bhajan, paramartha. Им не интересен bhajan. They are so materialistic. That they like to say, well, I have done this. What is the return? Они настолько материалистичны, что ждут результата от каждого своего поступка. Я дал 100 рупий в саду, так где же результат? Let me see. So they are so materialistic, always busy with it.
the result of their material activities, whatever they are doing, good or bad, they like to get result. За каждое свое действие они хотят получить результат. They are going to do some ritualistic activities, auspicious activities, pious activities, and some group going to do sinful activities. But anyway. Итак, кто-то совершает благочестивые дела, кто-то греховные. Ведь джива не может бездействовать. Она либо грешит, либо делает что-то хорошее. Those pious activities cannot make them free. Но, к сожалению, такие души не понимают, что их благие дела не даруют им освобождение. В отношении греха, греховных поступков, даже в Библии говорится, что за них люди пойдут в ад. Но есть там ошибка. Там говорится, отправиться в ад навсегда. Но ведь Бхагаван беспристрастен. С какой-то стати он какую-то дживу отправит в ад навсегда и не даст ей возможности исправиться, прийти к нему. Конечно же, это не так. И точно так же тот, кто совершает благие дела, почему он пойдет в рай навсегда? В Гите говорится, что когда результаты благочестивой деятельности подойдут к концу, вам вновь придется пасть в материальный мир. Те, кто совершает греховную деятельность, отправляются в ад, и там страдают. Но если дживатма поднимается до райских планет, там она также находится под влиянием майя. Там на нее также влияет сатва, раджа, тама, гуна. Да, в нарайских планетах влияние меньше. Там преобладает сатва, гуна. Но также в какой-то степени присутствует и раджа, гуна. На райских планетах доступны наслаждения, которые нам сложно представить даже в мечтах. Прекрасные девушки, роскошные сады. Там нет ни болезни, ни страданий. За грехи отправляются в ад. До этого они сталкиваются с разными болезнями. Но на райских планетах болезни нет, нет усталости. Там все себя чувствуют замечательно. На райских планетах совершается благочестивая деятельность. Постоянно проводится ягия. Поэтому
Джива там. У Дживы там меньше возможности пасть, погрузиться в тамагуну. Тем не менее, эта вероятность присутствует. Говорится, что куда бы вы ни пошли, Брахмалока, Тапалоку, нет нигде, то есть вы не пойдете туда навсегда. Спустя какое-то время вам вернется, вам придется вернуться в исходное положение. Туда, откуда вы пришли. Да, может быть, у вас большой запас благочестивой деятельности, и вы долго сможете присутствовать на райских планетах. Так или иначе, наступит день, когда вам придется их покинуть. Там также присутствует, имеет место быть тревоги, соперничество. И тот, кто по-настоящему разумен, должен совершать харибаджан, который является решением всех проблем, единственным решением. Люди бегут за деньгами, славой. Покажите мне хотя бы одного, кто, кому не интересны ни деньги, ни слава, ни почести, кто хочет бхакти, кто обрел любовь к Бхагавану. Почему чистый преданный настолько могущественен? Я видел, как саду, который вот-вот должен был оставить тело, к примеру, Сатья Говинда Махарадж, Гири Махарадж и Гуру Махарадж, когда они находились в преклонном возрасте и были уже, казалось бы, больные, не могли принимать прасад. Тем не менее, они продолжали улыбаться, они были счастливы. Я сам собственными глазами видел это. Почему же они были счастливы? Потому что обладали любовью к Кришне. Кришна пребывал в их сердце. И любая джива будет счастлива, если в ее сердце находится Господь. Бхакти Расамрита Синду. Рупа Госвами Пад говорит. Как одним своим видом вайшнав может сделать любого счастливым? Говорится, что любое творение в материальном мире, любое существо, человек, демон, ведьма, бессильны перед вайшнавом. Даже если змея подползет к вайшнаву, она не сможет его укусить. Сам Гуру Махарадж сказал мне, если ты никому не завидуешь, если ты не испытываешь враждебности, кому бы то ни было, если ты вышел за пределы
влияние тригун материальной природы и столкнешься со змеей, она не укусит тебя. Даже в том случае, если ты нечаянно наступишь на нее. Вайшнав может говорить строго, но он делает это из-за своей любви, для того, чтобы спасти падшие души. Но, конечно же, это не означает, что они по-настоящему гневаются, что они хотят отомстить, что они делают это из зла. У саду можно отнять все, оставить его абсолютно ни с чем. Он все равно будет счастлив. Бхагаватам утверждает, в какой бы ситуации ни оказался саду, с какими бы трудностями ни столкнулся он, он не потеряет покой. Во всем саду полагается на Господа. В Гите и других шастрах говорится, что нельзя. Испытывать гнев, нельзя гневаться, нельзя. Даже если кто-то причиняет нам вред, мы не должны отвечать ему тем же. И в то же время мы никому не должны причинять беспокойство. Не сами мы не должны беспокоиться и не должны беспокоить других. Но, конечно же, не каждый может так. Это сложно, но в то же время я не могу назвать это невозможным. Мы видели, как уходят представители нашей Гуру Варги с улыбкой на устах. В полном экстазе. И заверяет нас, я с вами, я здесь. Я там с Бхагаваном. Я пришел сюда для того, чтобы показать вам, как пересечь океан материальных страданий, как выйти за пределы материального мира. Но проблема в том, что вы не следуете мне. Если мы на 100% не предадимся Гуру и Вайшнавам, они не могут дать нам никаких гарантий в том, что мы достигнем успеха. Что бы мы ни делали, спим, бодрствуем, едим, ходим, сидим, думаем,
смотрим. Все наши действия должны быть под руководством гуру и вайшнавов. Казалось бы, это невозможно. Нет, это возможно. Именно поэтому шастры дают нам наставление. Бхагаван Шри Кришна дал свое последнее наставление Удаве Махараджу. Не потому, что Удава Махарадж был невеждой. Удава был необыкновенно мудрой личностью. Он находился на духовном уровне. Но лишь ради нас, обусловленных душ, Удава Махарадж задал эти вопросы Бхагавану Шри Кришне. Для того, чтобы ответы на эти вопросы на века запечатлились в шастрах. Кришна говорил о Вадхута Махарадже. Python Tapashi, Ajagar Tapashi, who is leading his Вчера мы слышали о Вадхут Махараджи, который бездействует, как питон. Он полностью полагается на Бхагавана и отказался от любых материальных желаний, не предпринимает никаких действий, а просто лежит, полагаясь на Бхагавана. Вчера я говорил о том, что сказал Вадхут Махарадж. Существует бесконечная майя. Майя бесконечна. В Гите Бхагаван говорит, что никто не может ее пересечь. Нет равных майе. Никто не может бросить ей вызов. Bhagavan speaking, the only solution there. What is that? Mame vaje prapadante maya metam taranti. Who is going to take shelter unto my lotus feet? Единственный способ пересечь майю, принять прибежище у лотосных стоп Бхагавана. Mama maya duratta. Impossible to cross over this ocean of maya. Даже Шанкар Бхагаван не смеет бросить вызов Майе. Даже Брахма, никто, нет тех, кто мог бы противостоять ей. Поэтому все, что нам остается, полагаться на милость Бхагавана. И нет другого пути. Вчера я говорил о том, почему учение Махапрабху настолько возвышено, настолько сложно, настолько непросто следовать ему.
Майвади пытаются упростить процесс. Шакты просто поклоняются Кали, и этот процесс также прост. Какой смысл следовать учению Махапрабху, который действительно очень сложен? Поскольку обусловленное существо не может пересечь океан Майи, Махапрабху дал так много правил и предписаний. Ты не должен делать это, не должен делать это, не должен делать это, иначе ты утонешь в Майе, и я не смогу помочь тебе. Как вы можете помнить, на Гору Пурниму мы говорили об этой шлоке. Это не мои слова. Если они злят вас, вы должны злиться на Махапрабху, поскольку он произнес их. Тот, кто хочет обрести лотосные стопы Бхагавана, тот, кто хочет пересечь материальный океан без труда, именно для них все правила и предписания. Ведь они хотят достичь, обрести Бхагавана. Если вы хотите достичь такую возвышенную цель, необходимо страдать, следовать правилам и предписаниям. Лучше выпить яд, говорит Махапрабху, и умереть. Лучше, чем наслаждаться материей йошит. Йошит — это не только противоположный пол, это деньги, слава, почет. Речь идет не только о женщинах. Женщины не виноваты, такова природа. Природа создала все таким образом. Должны быть осторожны как мужчины, так и женщины. Если женщины хотят совершать хари-бхаджан, они должны быть в отношении осторожны в отношении мужчин. А если мужчины, они должны быть осторожны в общении с женщинами. That is why Mahaprabhu was not ready to meet with Raja Pratapruddha. Именно поэтому Махапрабху не стал встречаться с Раджой Пратапарудрой. To meet with King Pratapruddha. Why? Because he is king. Ведь Раджа Пратапарудра был царем, но несмотря на это он был великим преданным. И Махапрабху не пошел на компромиссы. Он сказал: «Я саньяси». И я не должен смотреть на материалистов, на царя, на министров. Поскольку, если я увижу, как роскошна их жизнь, я захочу жить так же. Я тоже захочу занять такой же пост. So that become one joshit for me.
И в таком случае положение ачарьи, которое так привлекает меня, станет для меня йошит. Махапрабху говорит, и Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве одно и то же. Как пересечь проблемы? То есть недостатки, к которым мы склонны. Первое — выискивать недостатки в других. Каму, кротху и мацарью, которая вечно присуща нам. Затем стремление сражаться с окружающими, соперничать. Но в действительности враг сидит во мне, а мы видим его в окружающих. Бхагаван необычайно разумен. Иногда он говорит прямо, но чаще всего дает наставление через гуру вайшнавов. Бхагаван продолжает Авадхута в деталях говорит о том, как освободиться. От пяти проявлений наслаждений, от стремления к наслаждениям. Пять видов наслаждений. Запах, прикосновение, форма, вкус и запах, аромат. Это пять видов наслаждений, к которым мы все стремимся. Авадхута Браман говорит: «Махарадж, я очень стремился изучить все эти проявления пяти наслаждений, все эти пять проявлений наслаждений». Даже если не являясь искренними, мы предстанем перед Прабхупадой, мы не получим бхакти. Искренность необыкновенно важна. То есть внимательность по отношению к своей чистоте, к чистоте ума, тела, то есть внимание к своей чистоте, к поддержанию чистоты позволит нам понимать, кто есть саду, а кто обманщик. Таким образом, наша чистота возвысит наше сознание. И благодаря этому мы легко сможем понять,
Кто есть кто? Где саду подлинный, а где нет? И мне не придется давать вам советы в отношении этого. Вы сами четко будете видеть все таким, как оно есть. Яду Махарадж говорит, о том, как он понял, осознал все эти вещи и как он смог пересечь океан Майи. Я получил урок от оленя. Олень всегда стремится слушать приятные звуки. Он бежит на мелодию. Такова его природа. Когда охотник играет на рожке, мелодия привлекает оленя, который, конечно же, не знает о ловушках, расставленных охотником. И таким образом он попадает в капкан. Я научился от оленя тому, как я сам привлекаю проблемы в свою жизнь. Этим занимаются практически все. Проблемы, проблемы, идите сюда. Люди приглашают проблемы в свою жизнь. Они угождают в капкан майя. Итак, любой материальный звук, кроме Шабда Брахмана. Почему Махапрабху произнес эти слова? Mahaprabhu suggesting, even at the time of sleeping, eating, moving, что бы вы ни делали, спали, ели, шли, куда бы то ни было. Why Mahaprabhu speaking like? Because if you are going to give slight chance, вы должны быть сконцентрированы на Кришне. В противном случае, если вы дадите хотя бы малейший повод, майя обязательно придет к вам. Спите ли вы, едите ли вы, думайте о Кришне и говорите о Кришне. Не нужно попусту болтать. Не говорите ни с кем, ни о чем, помимо Кришны. Не нужно говорить на темы, которые не связаны с Кришной. Положение обусловленной души плачевно. Поэтому она должна быть осторожна. Mahaprabhu giving advice to Raghunath
Когда Махапрабху давал наставление Рагунатхадасу Госвами, он также сказал, вспомните, о чем он говорил. That was the most vital advice given by Mahaprabhu to Raghunath Das. Это один из самых одно из самых важных наставлений, которое Махапрабху дал Рагунату Даса Госвами. Рагунат Дас Госвами очень хотел получить какие-то наставления от Махапрабху. When Mahaprabhu was told by our Swarup Gosai, Raghunath Raghu like to hear something from you. Swarup Gosai сказал ему об этом. Рагунат Госвами не решался подойти напрямую к Махапрабху. Поэтому обратился к Swarup Gosai. И Swarup Gosai попросил, пожалуйста, дай какие-нибудь наставления Рагунату Даса Госвами. Махапрабху спросил. Я же уже назначил тебя гуру Рагунатха Даса Госвами. То есть вот твой гуру, сказал он Рагунатхе, ты должен слушать его, он настолько возвышен, настолько сведущ, что я по сравнению с ним ничего себе не представляю. Сваруп такой знаток, что мне с ним не сравнится. Поэтому слушай его. Слушай Садья Садана Татву из его уст. Все, что тебе нужно знать, ты узнаешь от него. Ну хорошо, если ты действительно хочешь получить наставление от меня, я скажу тебе кое-что. И он произнес это наставление. Насколько возвышенный совет, насколько возвышенное наставление, но оно настолько трудно для нас. Всего две строчки. Не нужно пустой болтовни. Не нужно ни говорить на материальные темы. Точно так же не нужно слушать мирские разговоры. Посмотрите, то, что сказал Авадхут Саньяси, и то, что сказал Махапрабху, в действительности это одно и то же. Не ходи туда, где мирская болтовня. Но сейчас она повсюду. Никто не может сказать, что он попусту не болтает. В школе, в образовательных центрах учителя собираются в свободное от работы время и начинают критиковать, сплетничать. Один ученик Вамана Госвами Махараджа, который был учителем, рассказывал мне, что во время перемены учителя собираются и начинают сплетничать, грязные вещи рассказывать о семейной своей жизни.
Even master, they have no character, no idealism, nothing. Nothing. Даже учителя не могут подать нам пример. Так как же ожидать, что они могут вырастить достойное поколение? Если они сами не являются, их сознание не возвышено, а морально. Даже среди преданных столько осквернения. Даже в храмах повсюду господствует бизнес, деньги. Все стремятся разбогатеть, заработать. Где найти Харинам и Киртан? Когда мы видим, как саньяси и брамачари наслаждаются, как брамачари, возможно, следовать брамачари, баджан можно совершать тогда, когда наша окружающая атмосфера чиста, практически на 80%, а может быть и больше, зависит, наш баджан зависит от окружающей среды, в которой мы находимся, от того, что нас окружает. Если то, что нас окружает, нечисто, осквернено, естественно, мы осквернимся. А к чему приводит осквернение? К понижению сознания, к утрате связи с Абсолютом. Останется лишь медитация на материю. Казалось бы, совершаем баджан, повторяем, но медитация у нас лишь на материю. Это ужасно опасная ситуация. Я думаю, что из подобной ситуации уже не выбраться. Но у меня есть надежда. Тем не менее, говорится, что никогда не поздно. И казалось бы, что из сложившейся ситуации уже не выбраться из такой деградации. Бхакти деградировать не может. Речь идет о том, что его просто нет. Я сейчас говорю о морали, о деградации человечества. Нет уже никаких моральных принципов. Так как же обрести бхакти в таком случае? Те наставления, которые дал Махапрабху Рагхунатдас Гасаю, сказал и Аватхута Браман. Он говорит, не вступай в мирские беседы. Хорошо, но где же нам найти трансцендентные беседы? Трансцендентный звук Апракрита Шабда Браман.
Он необыкновенно редок. Итак, вот Адхута Брахман говорит, что если вы будете сконцентрированы на мирской болтовне, вы угодите в ловушку майя. Я знаю очень много случаев, когда какой-нибудь саду не следовал этим наставлениям. Хоть, казалось бы, с внешней точки зрения он вел себя правильно, но так или иначе это приводило его к падению. По 5 раз падали ачарья. То есть один ачарья пал, приходит ему на смену другой, он тоже падает потом. Третий, четвертый, пятый. Но если мы полностью сфокусируемся на учении читания Махапрабху и через наставление Прабхупады, лишь тогда мы сможем достичь успеха. И никак иначе. Material talkings, material things, especially mobile is there all the time. Мы постоянно сидим в телефоне. Даже 2-3 лет ребенок требует у родителей телефон. So every day they are busy with material talkings. Nobody can say. Все это праджалпа. И трудно найти того, кто бы мог сказать, что он абсолютно свободен от праджалпы. И праджалпа является ловушкой майя, в которую можно угодить не сегодня, так завтра. Итак, это шабда. Второй — это прикосновение. О звуке он, то есть о могуществе звука, он узнал от оленя, видя, как олень в поисках наслаждения от звука угождает в ловушку, в капкан. Теперь он говорит о прикосновениях. О прикосновениях я узнал от слона, то есть о том, к чему это приводит, я узнал от слона. Those who are going to catch elephant, they have some technique. How? What is the technique? But they are very clever. They are going to engage one trained sea elephant. Для того, чтобы поймать слона, охотники прибегают к помощи самки слона. Они выпускают ее вперед, а слон немедленно чувствует влечение к ней. Идет за ней, но охотники уже расставили ловушки, капканы, выкопали ямы, которые закрыли листвой. Возможно, то есть никак не разглядеть, что там яма. И, возможно, вы видели, как форму военных. Она под цвет листьев, и их сложно различить. Сложно увидеть в лесу. Или лежащими на земле. Sea elephant
Самка слона обучена, по какому пути ей нужно идти. Слон для того, чтобы догнать ее, идет напрямую по быстрому пути и очень быстро угождает в ловушку, в яму. И начинает кричать из этой ямы. Порой случается так, что слоны дерутся. Я сам видел это в Харидваре. Это произошло прямо на рынке. Там же автовокзал. А, простите, быки. Быки дрались. За корову. Все, движение было остановлено. Собрались полицейские, но никто не мог ничего поделать. Весь рынок разбежался. В Харидваре. Они настолько гневаются, что не могут успокоиться на протяжении нескольких часов. Они дерутся и дерутся. И точно так же слоны дерутся за самку. И бывает даже так, что они убивают друг друга. Я сам знал случай, когда за одну девушку сражались сразу трое юношей. И всяких ждала печальная участь. Никто из них не смог, так и не смог на ней жениться. Это есть майя, иллюзия. Что такое майя? Когда мы верим в то, что правда не является, в то, что не является реальностью, но мы имеем твердую веру, что это реальность. В комментариях говорится, что в этом мире полно объектов наслаждения. А среди них прекрасная девушка. И, конечно же, первым делом взгляд человека притянется к ней. То есть среди разного вида наслаждений взгляд притянется именно к девушке. Потому что объекты тот или иной объект наслаждения имеет наслаждает один-два наших органа чувств. Но девушка, женщина, содержит в себе все пять видов наслаждений. То есть что происходит со слоном, лишь потому, что он хотел наслаждаться самкой. Как он там страдает, с какими трудностями он сталкивается. Сегодня на Харикатхе на хинди я говорил, что если нет бхакти,
Как бы ни украшала себя девушка, сколько бы браслетов ни одела на себя, она не лучше мертвеца. Станете ли вы украшать труп? Может быть, тело девушки, красивой девушки. Станете ли вы украшать ее, надевать на нее браслеты? Она же оставила тело. Мы посчитаем это бессмысленным. В шастрах говорится, бессмысленно украшать труп. Bhagavan speaking. Nonu, nonu means nischita meva, surely. Nonu pramada agnishamo. Ghita sammo, ghita kumbho sammo pumam. Nonu means nischita meva, surely. Know it for sure that woman is like fire and man is like... Женщина подобна огню, а мужчина... маслом. It is impossible to avoid. If then it can melt off. Automatically. Если мужчина подойдет слишком близко, женщина, то есть, он превратит, то есть, женщина сожжет его. Таким образом, мы должны быть очень осторожны по отношению к йошит, ко всем проявлениям йошит, к тому, что является объектом привлечения для нас. Если мне очень нравится это помещение, эта комната, она выступает как йошит для меня. Если мы хотим наслаждаться цветком лотоса, он также становится йошит. Потому что у нас возникло желание наслаждаться им, настроение наслаждения по отношению к нему. Но кому сейчас есть для этого дело? Кто в действительности стремится следовать этому правилу? Вчера я говорил о том, что стало с Пуруравой. Он валялся в стопах Урваши. Он был настолько могущественным, что все полубоги просили его о помощи. Так вот, шастры говорят, что из-за вожделения можно лишиться всего, чем бы вы ни обладали. Как я приводил пример с мотыльками, которые летят на огонь и умирают. Они испытывают сильнейшее влечение к огню и не могут остановиться.
они бросаются в огонь, который сжигает их. И глядя на мотыльков, я понял, что что вожделение заставит пасть. Наслаждение вкусом, насколько пагубно оно, я понял на примере рыбы. Как рыбак нанизывает на крючок удочки какую-то привлекательную для рыбки пищу, закидывает ее в реку, рыба не может устоять и попадается на крючок. Вначале она слегка подплывает, слегка прикасается к пище, а потом заглатывает ее и попадается на крючок, а рыбак достает ее. Вспомните, что сказал Махапрабху Рагхунатх Дас Гасая. Не наслаждайся вкусной пищей. Тот, кто склонен наслаждаться разными явствами, никогда не смогут совершать баджан. Это шлок из Упадешамриты. Это стих из Упадешамриты. Когда в Мадхе скромный прасад, у нас, как правило, нет аппетита. Но когда пир, вкусные подношения, вкусный прасад, мы, у нас сразу энтузиазм поесть. Так мы относимся к прасаду, так оцениваем его. Но в отношении прасада говорится, что даже если собака прикоснется к нему, что если она поест, мы можем есть и взять этот прасад из ее тарелки. Даже собака не может осквернить прасад. Так же, как рыба попадается на крючок, так и мы стремимся вкусно поесть на фестивалях, на пирах. Как вот недавно был праздник, посвященный Шри Сидхартха Госвами Махараджа, и был пир, в котором были заинтересованы многие, но при этом их энтузиазм не был направлен на то, чтобы услышать прославление Шрилы Махараджа, но на то, чтобы вкусно поесть.
Тот, кто склонен наслаждаться пищей, подвержен каме. Он не может контролировать свои гениталии. Они в действительности находятся на одной прямой и взаимосвязаны. Все начинается с языка. Проблемы. Если мы ограничим свой язык, если мы сможем контролировать язык, то сможем контролировать и гениталии. Мы можем видеть, что чистые преданные совершенно не избирательны по отношению к просаду. У них даже нет времени, чтобы принять просад. Для того, чтобы наслаждаться, вкусно есть, мы должны уделить этому достаточно времени. Но у саду нет времени. Итак, мы поговорили о рупе, расе. Пятое проявление чувственных наслаждений можно видеть на примере оленя, который привлечен ароматом кастури, который расположен на его же животе. Он так благоухает, что олень, как безумный, пытается найти его источник, несмотря на то, что этот запах исходит от его же живота. Еще один пример этому — пчела. Существует два вида пчел. Есть один вид пчел, которые летят на аромат меда, собирают, то есть пыльцу, собирают и улетают. Но медоносные пчелы глупее. Они летят на запах, на аромат пыльцы, собирают и не могут улететь, поскольку так погружены в эту в сладость пыльцы. И не замечают, как наступает ночь, и цветок закрывается. А пчела остается внутри него и погибает там. Первый вид пчел быстро улетает, но несет эту пыльцу, то есть собирает мед в определенном месте, о котором никто не знает, которое невидимо для глаз других людей. Создают улей, и там запасают мед на будущее. То есть, но никто не знает, что произойдет в следующий день. Они тратят столько энергии для того, чтобы собирать этот мед. Но что происходит в конце концов? Приходит пчеловод. И дымом
при помощи дыма, подожженного факела, дыма от него, изгоняет всех пчел. Посмотрите, они потратили столько энергии, годами собирали мед. Но всего за несколько минут пчеловод разрушает улей и прогоняет пчел. Об этом же говорит Аватхут Саньяси. Люди столько сил вкладывают в то, чтобы заработать деньги. Они не просто наслаждаются, они откладывают на будущее. А что происходит? Приходит какой-нибудь вор, разбойник, забирает все накопленное у них, и они остаются ни с чем. Я сам видел, как люди копят деньги. Они все складывают на банковский счет. Они не тратят их, не едят даже должным образом. Все откладывают на завтрашний день. Но где же будущее? Что-нибудь приключается, деньги пропадают, и все впустую. Годы их жизни, потраченные на накопление этой суммы, пропадают. So, about honeybees I already detailed, about the pressure of your tongue. Your tongue always like to get nationality. Наш язык постоянно стремится к наслаждениям. И это главная наша проблема. Об этом говорится в Бхагаватам. If your tongue, if you are failure to get control over your tongue, if you are just failure to get control over your tongue, then be sure you are going to die. I mean, your spiritual death. Но если мы не сможем контролировать свой язык, нам не совершить прогресса на духовном пути. Till then, we cannot speak that you are successful to get control over your sense organ. Till then we cannot speak. Пока мы не совладаем со своим языком, мы не можем сказать, что подчинили себе свои чувства. So long as you are not having control over your tongue, we cannot give any certificate to anybody. Because if your tongue is not under control, anytime you can die. Потому что если мы не контролируем свой язык, в любой момент мы можем пасть.
Jitam sarvam jite rase. If you are having controlling over your tongue, then be sure all sense organs can come under your control. Если вы совладаете со своим языком, если вы сможете контролировать его, не сомневайтесь, говорит Бхагаватам, вы сможете контролировать все свои органы чувств. В чем же вывод? Каков же вывод? Гуру Кишордас Бабджи Махарадж питался сухими чапати, вчерашним рисом, который замочил в воде. Сейчас можно встретить саду, которые питались бы так. Когда я жил во Вриндаване, мне приходилось преодолевать огромное расстояние, чтобы собирать мадхукари. То есть мне приходилось сталкиваться с большим количеством трудностей, но это было самое счастливое время. Жизнь саду заключается в том, что вы не зависите, не полагаетесь ни на кого, помимо Бхагавана. Если вы станете зависеть от людей, у вас не получится совершать баджан. Теперь Аватхут Саньяси начинает говорить о Пингале, блуднице Пингале. Какой урок он извлек из встречи с ней? Эта блудница зарабатывала на своем собственном теле. Другими словами, она продавала себя. Она постоянно высматривала потенциальных посетителей, думала, вот этот, может быть, вот этот зайдет ко мне и обогатит меня. Она ежедневно наряжалась и выходила во двор, чтобы привлекать к себе мужчин. Так прошла вся ее жизнь. Но однажды что-то произошло, что всю ночь она простояла у ворот. Она ждала час за часом. Прошло уже полночи. И вот очередной мужчина прошел мимо.
Она не сдавалась, я буду ждать еще, думала она. Прошла вся ночь. Ночь подошла к концу. И в конце концов она почувствовала отвращение к тому, что делает. Всю ночь она не находила себе места. И в конце концов она обрела отречение. Но на самом деле это не путь, который можно достичь отречения. Но что в действительности произошло с Пингалой? Почему Авадхут Махарадж говорит нам о ней? Почему он упоминает ее в числе своих гуру? Чему же он научился у нее? That's why Prabhupada used to say, they are my all my guru. They are going to protect me. Парамахамса, гуру и вайшнавы никогда не воспринимают своих учеников как свою собственность, даже как своих учеников. Прабхупада обращался к своим ученикам как гуру. Он говорил, вы мои гуру. Такова природа саду. И точно таким же видением обладал Авадхута Саньяси, поскольку мог извлечь уроки от того, что видел вокруг. Так чему же он все-таки научился от этой блудницы? И как же он вообще встретился с ней? Ведь она же блудница, а он отреченный. Но их встреча действительно произошла. Однажды, как мы уже слышали, Авадхут Саньяси был лишен каких бы то ни было желаний. И вот однажды Авадхута Саньяси оказался на веранде этой блудницы. То есть это была общественная улица. На которой выходил ее дом, и он просто прилег на веранде. Он был абсолютно спокоен, умиротворен, и видя его, сердце Пингалы изменилось. То есть произошли какие-то изменения, какие-то реакции. Глядя на него, она подумала, он так счастлив, у него ничего нет, у него нет даже одежды. Он счастливо спит. Людям приходится пить таблетки от бессонницы и все равно не могут спать. Они ходят к докторам, лечатся от бессонницы, а он без всяких проблем сладко спит. Так вот, один лишь даршан Авадхута изменил Пингалу. Именно поэтому день за днем ее сердце менялось.
И наступил момент, когда она почувствовала полное отречение. Увидела бессмысленность своего существования. Зачем я делаю это? Зачем я торгую собственным телом? Продаю его материалистам, которые тленные. Так лучше я отдам свое тело и все, что у меня есть, Бхагавану Шри Кришне. Он вечен, он бессмертен. Эти мужчины не сегодня так завтра умрут, а он никогда не умрет. Поэтому я посвящу свой ум, тело, все, что у меня есть, ему. Я совершил так много ошибок. Ну что поделать, что сделано, то сделано. И так или иначе, ее сердце изменилось. Как я уже сказал, никогда не поздно. Если вы обретете искренность, никак нельзя будет сказать, что сейчас уже слишком поздно. На пути Бхаджана нет таких слов «слишком поздно». Сердце может измениться в любой момент. И никто не знает, когда он наступит. Все, что я могу сказать, это никогда не поздно вдохновлять. Пример этому есть в Бхагаватам. История о Катанга Радже. Ему осталось 48 минут, одна мухурта. Он был настолько могущественен, что один мог победить демонов. Демоны попросили его защитить их. Простите, полубоги попросили защитить их. И он стал сражаться с демонами. И когда он одержал победу, полубоги пришли к нему со словами: «Ты так помог нам, какое благословение ты хочешь?» Катанга Раджа ответил: «Мне хотелось бы прежде всего узнать, сколько мне осталось. После того, как вы мне скажете, я приму решение, что у вас попросить». Полубоги ответили: «Царь, нам очень жаль. Но осталось тебе всего 48 минут». 48 минут? Ну тогда благословите меня, чтобы я смог сконцентрироваться на лотосных стопах Бхагавана. Потому что что ж можно сделать за 48 минут? Ни в Швейцарию, ни в Африку не успеть. Даже не поесть вкусно. Так что вы благословите меня, чтобы я сконцентрировался на лотосных стопах Бхагавана. Они дали свои благословения, и так Катанга Раджа смог сконцентрироваться, полностью погрузиться на лотосные, в медитации на лотосные стопы Бхагавана. И таким образом ему было более чем достаточно 48 минут, чтобы достичь совершенства. У нас, к примеру, нет никаких гарантий, что в нашем будущем. Может быть, я после харикатхи тело оставлю. Может, через 48 минут.
Поэтому нет никаких гарантий, и мы не должны, не можем позволить себе рисковать впустую, тратя свою жизнь. If you expect anything, if you have any hope, you will have to suffer. No hope, no suffer. Глядя на Пингалу, я понял, что если есть надежда, будут и страдания. What is the comment? What is the comment? What was the comment? What was the comment of that? What was the comment of that Avadhu Sannyasi? Ashahi dukshamulam nairashyam paramam sukham. Ashahi dukshamulam. Это слова Авадхута Саньяси. В которой говорится, что страдания в материальных желаниях. Наши страдания от материальных желаний. Ашахи дукшамулам. Ашахи дукшамулам. Найрашам парамам сукхам. Ом апритарта карана нишинишаяна нана манорато дия чано бхагна нидра дайва хатарта рачна рисайо йопи дева джишмат прашанга вимука юха сансаранти джишмат прашанга вимука юха сансаранти ванчака кудошке басинди бевача патитан павана бхо вайшна бхо намо. You can do some kirtan for small kirtan. Сейчас every day. Пойти киртан. Я говорю по 6-8 часов, поэтому не могу сейчас совершать киртан. Банди, Гопалам, Гопурупинам, Гокуламасавати, Мишанам, Говинда, Гопикаприям. Джай Пурушоттам, Бхагаван Ки.